Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. У нас новая Android игрулинка с Play Market, и называется она Викинги. Да, это то же самое, что и лучники, и катапульта, но здесь совершенно все по-другому. Здесь мы можем неплохо так-то апгрейдить своего персонажа. Мы можем покупать различные топорики, насколько они интересно, я не знаю, может это чисто скины, то есть смысл нам этих скинов. Надеюсь, что они и по характеристикам как-то лучше летят, или быстрее, или больше их можно кидать за секунду. Также здесь есть шапки. Шапка это, конечно, шлем, прикольная тема, потому что она будет защищать нашу голову, нашего персонажа от вражеских стрел. Шапки это реально прикольная тема. Видите, можно за 1600 монет купить, она вообще шапка сварщика, даже каска сварщика, можно так назвать. И есть, ребята, щиты, они тоже будут спасать нас от лучников, и чем лучше щит, тем мы дальше сможем дойти в этой игре. Есть обычные щиты, которые ломаются, видите, они могут защитить от 7, допустим, стрел. Есть металлические, мне кажется, что они вообще не ломаются, но их нужно получить за определенные заслуги здесь в игре. Итак, дорогие друзья, давайте мы сегодня вместе с вами чисто так обзорно поиграем, посмотрим, куда сможем дойти. Если мы насобираем много лайков, то тогда я уже куплю и топорики другие, и все другое куплю. Поэтому обязательно, ребята, поддержите ролик лайкосом, чтобы мы уже во второй серии здесь закупились топорами, щитами, различными кепочками. А ну давай, получай. Ты как топорики кидаем. Надо так кидать. Тут немножко механика совершенно другая, в отличие от стрел и от катапульт. Тут как-то по-другому все надо. Ай, прям вылазит моя мышка. О, в ногу попали! О, в пятку топором! Я уверен, что это было больно. Опаньки, они даже не успевают стрелять. Мой рекорд, по-моему, здесь 10, что ли. Я только зашел, ребята, только зашел чуть-чуть. Так, давай мы туда чуть-чуть. Куда стрела летит? Косой. Хорошо, что не промазывают. То есть наша задача здесь убивать противника, не давать ему даже выстрелить. Потому что, мне кажется, наш щит один раз всего лишь сможет защитить нас от стрелы. Надо, можно так по всем параметрам кидать, смотрите. То есть один вверх, один вниз. Ого, мы ему шлем! Мы ему шлем снесли. В ногу. Лежит. На, давай закидаем его топорами. О! Черт, он по нам выстрелил. А почему я по нему попал, а ему вообще ни по чем? Ой. Так, ну да, тут как-то надо по-другому все мышкой класса. Бежит тело какое-то. Также, если вы здесь играли, то обязательно напишите ваш рекорд в игре, ребята. Сколько вы смогли пройти волн? Можно так назвать это волны вообще у нас, да? 27 сейчас у меня. Нормально в ногу. Притом, это мой третий раз, ребята, здесь я играю. Но золото у меня там было. Потому что тут выполняешь различные задания. То ту игру установи, то сделай. И таким образом золото появляется. То есть это мой второй, скажем, бой. Ого! А как он вообще попал? Ну давай, ну что, мы 40 заработали. Ну как-то мало, если честно. Хотелось бы получше. Ну, хорошо, давай дальше. Посмотрим сейчас, куда мы в ролике сможем дойти. Ну, а, конечно, золотишку я потом подфармлю. Я сейчас отключил интернет, чтобы назойливая реклама здесь не лезла. Потому что она, ну, реально мешает. Тем более, я ролик записываю. Я-то не против рекламы. Реклама это нормально. Реклама это двигатель. Ну, блин, ну не на ролике. Давай. Мы там до 27, по-моему, дошли, да? Еще. Ах, как так? В ногу дважды. Как мы в ногу-то получили, ребята? Как мы в ногу? Ну все. Все, ты меня просто вывел из себя. Сейчас машем. Тут надо какой-то большой радиус брать, да, как-то. Как-то нужно, я не знаю, целиться тут сложнее даже, чем в катапультах и чем в лучниках. Потому что в лучниках мы могли град стрел делать. В катапульте, да, там можно как-то точечно бить. Здесь же. Но мне неудобно, потому что я на эмуляторе. В такие игры вот, где надо пальцем работать, там удобнее, конечно, играть на планшете или на телефоне. Мне кажется, даже на каком-то телефоне с большим экранчиком. Там 6 дюймов хотя бы, 5,7, да. Либо на планшете. Ну, давай.
Опа! Меткий кидок. Не, надо спамить. Надо вот так спамить. Чисто спамить топорами. Тогда будет хороший результат. Давайте, топорики, летите. Найдите вы своего... свою жертву. О, он прям в нас целился. Мы ему между ног попали топором, ребята. Но я скажу, что это, мне кажется, больно. Че они не орут такие? Они говорят такие. Ну, я, конечно, четкий парень. Попал. Блин, а щит-то снесли. Вообще неудобно топорами кидать. Вообще, ребятки. Неудобно. Я не знаю, как я буду здесь проходить. Я просто в шоке. Я не говорю, что на телефоне. Я не знаю, как на телефоне. Вот мне сейчас на компе неудобно играть. Вообще как-то. Давай сюда. В голову топориком. О, здесь видели? Прям через броню. Ого! Это было жестко. Какое это? 59 мы смогли набить? Ага, а, 30. Вот, скор 30. Это мой рекорд получается? Ну, блин, хотелось бы, конечно, помощнее. А, 31 мой, у меня рекорд. То есть, с правой стороны там еще и показывается рекорд. Тут описал воблер, там же рекорд показывается. Вот, мне, конечно, сломал. Не, ну это ненормально. Давайте мы, наверное, все-таки купим какой-то щит еще. Сразу мощный бы щит взять. А с какой там щит? После чего щит открывается металлический? Я бы хотел металлический щит забрать. Сколько надо? Скоро 200 набрать, мне кажется, да? Ну да, чтобы до 200 дойти там. Мне кажется, со стоковым щитом ты до скоро до 200 не дойдешь. Тут реально как бы влияет уже прокачка персонажа. Потому что тут можно броню поставить, да? Щит, допустим. Там еще что-то поставить. Здесь интересно, будут маги? До мага я, походу, еще не доходил, как вы видите. Защиты вообще никакой нет. Такой голодранец у нас. Персонаж... Ой! Че это я такое сделал? Это я? Я не специально. Давай! Ха! Целился в одного, попал в другого. В ногу! Ого! Контрольный похоронный, ладно. Я понял, так дела не пойдут. Надо срочно в магазине чем-то закупиться. Давайте, наверное, реально щит какой-то возьмем. Какой самый крутой щит? У нас две... Блин, не хватает денег. А денег-то нету. Какой днищенский? Ну, за 400 реально не хочется брать, наверное. А туда тоже деньги не хочется тратить. Угу, угу. Короче, давай мы шлем возьмем. Самый простенький шлем. А вот за 600 он, по-моему, двух стрел задерживает, да? За 600 две стрелы, 700 две стрелы. Вот, за 600 две стрелы. Давай вот этот пусть будет, смотри. Давай за 600 возьмем. Давай возьмем какой-то топорик. Посмотрим, как он вообще играет. И возьмем щит получше. Короче, всякого барахла сейчас наберем. А что могу еще сказать? Барахло рулит, ребята. Ага, 800, ну давай, чтобы стрел так... У нас 1000, давай вот этот купим. 5, ну да, вот этот возьмем. 1000... А, не хватает даже. Ладно, пусть будет круглый. Короче, все деньги потратили. Нормально так-то, не планировал я вообще что-то потратить. Ого! И чё, у нас топорик обычный? Он как-то летит быстрее, что ли? Или как он? Да, он, мне кажется, как-то даже летит быстрее. Или он размерами больше, что ли? Такой вообще булыжник. Ого, топорище! Размером как пол чувака. Да, мы уже экипированы, нас не возьмешь. Ты чё тут такой по мне стреляешь-то? Я викинг, и зовут меня Воблер. Воблер-викинг. Ну, мы вообще крутые. Нас не победить. Нас не победить! Мы непобедимые! Топорик пошел. Мне кажется, сейчас мы установим наш какой-то рекорд. Топор вообще жесткий. Это топор... Опа! Ты посмотри, как он врубит.
У него огромное лезвие, он как попадает, так сносит. О-о-о-о-о-о. Вот это серьезно, недаром мы только что накупили всех этих примочек. Я думаю, что они как раз и помогут нам установить рекорд какой-то. Давай. В ногу. Что ты по нам стреляешь? Промазывает. Бьем, где они? О, бежит уже какое-то тело. На, ну успел выстрелить, успел, гад, выстрелить, это плохо, конечно же. Да, в ногу, мы ему и в ногу, и в шлем. Смотрите. Пока что мы каких-то супер бронированных не видели, ну потому что наш рекорд слабый-то был. Никаких ни магов, ничего. Опа. Вроде бы идем нормально. Надо на разные уровни закидывать. Ага. Блин, труп помешал, я бы этого снял быстрее бы. 30, какой у нас там был рекорд, ребята? Сейчас установим. О, вот и маг. Ах ты маг. Плохой маг. Ой, нам, подожди, он нам прям в ногу попал. А стрела нам-то не мешает. Ой, яблоки, они же, по-моему, нужны нам. Да, нормально. 42, рекорд идет. Хорошо. Блин, а он с... Как? Как он... Получается и не в шлеме, не в щит, а сразу в шею. Как это вообще возможно? Ну да ладно, давайте, ребята, еще раз. Это наш рекорд, видите, 44 скоро. Сейчас попробуем. Сможем мы его... Да ты как он вообще попал? Как это возможно? Снова в шею. Что это вообще за снайпер с первого выстрела-то? Как будто, да я не знаю, какой-то компьютер против нас играет и обучается. Снайпер. Надеюсь, что потомков этого снайпера сегодня мы не увидим, потому что, ну блин, так жестко попадать. Ну представьте, где щит? Где голова? И это же надо было выстрелить именно в шею. Это вообще какой-то снайпер жесткий. Мне кажется, это невозможно. А тот тоже стоял, чёрт знает где, попал и убил. О, что-то буст, что-то такое нам дали. Закидываем. Я не знаю, конечно, как мы от магов будем защищаться. Все-таки луками легче стрелять. Луком, потому что там можно много стрел выпустить. Здесь топором много не кинешь. Вот, мы спам. Спам делаем. Спамщики. Давай, нормально, хорошо идем, 17, нормально, хорошо идем, там у нас сколько было, 40, ого, так нам еще идти да идти. Пошла жара, кидаем, так, кто у нас тут бежит, вверх, вверх пошли, хорошо, сейчас надо по всем плоскостям наши топоры закидывать, теперь вверх, теперь средняя часть, нижняя, идем, хорошо, так, средняя. Верхняя. Верхняя. Ой-ой-ой. Пошла. Ой, у меня даже мышка слетела. Вы посмотрите куда-то в другую сторону экрана. Ой-ой-ой-ой. Мне кажется, самый опасный это кто у нас? Это лучники даже. Потому что, мне кажется, наземку все-таки сбить намного легче. Тем более, если чувак ближе подходит, тут вообще-то кидать нечего. Вот стоит. Ой-ой-ой. Стреляли по одному, попали по другому. Да, мы снайперы. Ой-ой-ой-ой-ой, маг! Во, мага снесли, видели? Он только выстрелил. Мы смогли сразу отбить его. Тоже мне тут... Мерлин, блин. Снова Мерлин? Ого, ты со щитом? Да, я не... А, получается, когда ты щит сносишь, он еще начинает бежать на тебя. Ничего себе, у нас 40 какой-то, а у нас уже к нам два раза маг появился. Ну, рекорд я-то вижу, что у нас как бы есть, да? Нормально идем. Хорошо пошли. Ой-ой-ой. Видели? Он в голову нам попал, шлем защитил. Да, наш металлический шлем. Самый крутой шлем в мире. Так, ты кто такой вообще? А ну, пошли отсюда. Топорики кидаем. Мы топорики кидаем. У-у-у. Сразу. О, маг. Маг, лови.
О, видели, как мы ему моему обувь приделали? Вы видели, как в одну ногу попали топориком и в другую? Это было реально эпично. Это просто жесть, честное слово. Это же надо было так. Не, ну это было задумано, ребята. Блин, я не могу попасть по нему. А он, получается, идет, ему сбивает щит, и он начинает бежать. Вот черт хитрый, да? Да, ого-го-го-го! Надо попасть! Попали. Хорошо, идем. Блин, я же рекламу отключил. Теперь у меня не будет удвоения монет. Ого! Как по нему попасть? Это щит так помог защитить или в чем? Что это у него за силовое поле? Иди отсюда. Ну это вообще жесткие ребята пошли, ты посмотри. Маг-телепортатор! Вот черт! Меня, кстати, на лучниках тоже маг-телепортатор убил. Правда, там был уровень, по-моему, повыше. Чем... Там 100 с чем-то был уровень, а здесь 77. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вы поддержите ролик лайком. И мы уже в следующем видео накупим крутые топоры, крутые каски, крутые щиты. И сольемся точно же на этом уровне. С вами был Воблер, оставайтесь на канале. Удачи и пока.